Вот сегодня у нас 18-е, сочельник. Володя-то на улице уже, где мы живем. В ограде все расчехвостил. И вот здесь снежок идет, он все тренируется. Куда он идет? Так ты зачем далеко возишь-то, Володя? Володя, вот сюда прямо на место вываливай дорогу. То пройдет машина, она все это утащит. Где-то он все время выкатывает на дорогу, а потом машина-то идет грейдером, она уберет все. Она наоборот сюда наваливает. Она же не туда тащит, она вот сюда наваливает. Не знаю, тут она утащит, тут чистое место. Мы же очищали это все, он опять навалил кучу вот такие. Ну, не знаю. Это наше тут место. Уже молодец пробил дорожку. Вон куда, чтобы можно было идти. Машины стоят. У нас улица спокойная, тихая. Центральный район. И здесь вот прямо рядом опь. Вот здесь вот за этими вот деревьями живем здесь. Это Господь мне дал, когда судились 11 лет за похищенное у меня. И вот все получил, нынче 20-летие отпраздновали, как мы здесь находимся. Ну, все выгорает, где почта-то, но сделали из стекла, чтобы не... А через стекло она тогда не пропадает, надпись. Видите, как на все смотришь, вот с благодарностью Бог так делает, Господь. Сейчас я пойду золу. Вытащил Надежду Васильевну тут. Ну вот, тут росло какое-то такие же высокие сады. Не сады, тут цветы, их вырвали. А они мне за наружным наблюдением смотрю, когда я, и видно, как качаются. Вот я их пошел в другом месте, наломал, воткнул и привязал. Это у меня свой барометр такой. А это вот здесь мы молимся. Видите, как вот. В каком храме это увидишь? Большие храмы, купола, строят, что-то тащат вверх. А ничего нет, обыкновенно, ежедневно собирались по домам. Простой дом, оборудовали под храм, алтарь, престол Божий, совершается литургия. Нам Господь дал эту возможность здесь быть. Это у меня там голубятня вверху, вот она где закрыта. Снежок идет. Барнаул под 700 тысяч человек. Примерно тут меняется, конечно, все время. Вот. Ни ворота не делал, ничего. Все это досталось, они сделали. Когда высудили, я говорил об этом. Как к нам. Это вот привезли Евангелие сколько. Ну, еще тут закрыто. Замок через замок-то видно все равно. Вот это Евангелие по благословению патриарха. Все. Сейчас просят увезти там в деревню, где кому. Еще раньше мы больше 30 тысяч раздались. Но не такие были Евангелия. А эти хорошие, крупный еще жирный шрифт. Вот так.